Словно железную пасть открывает свои створки специальный кран, чтобы выгрузить песок на берег Волги. Самарские пляжи начали готовить к лету. Песок сюда везут из Ширяевского карьера, всего более 15 тысяч тонн. Когда новым песком засыпят все городские пляжи, его возьмут на экспертизу, чтобы проверить, соответствует ли он правилам безопасности. В первую очередь уже отгружено, там выгружено 3,5 тысячи тонн. На данную очередь запланируется 3,200 тысячи тонн отгрузить. Думаю, что к завтрашнему дню уже на загородный парк перейдет плавкран. Дальше будет происходить планировка песка бульдозерами, погрузчиками. Начнем с первой очереди, далее пойдет по второй и так вверх по течению реки Волги. Этим летом жители смогут отдыхать на 7 городских пляжах, в том числе у загородного парка Барбошиной поляны, у санатория Можайский на Красной Глинке. А вот у ладьи позагорать не получится, набережная перекрыта, идет реконструкция. Под Некрасовским спуском оборудуют пляжи для маломобильных граждан. На первой очереди на спуске по Советской армии места для купания детей и тех, кто не умеет плавать. На время Грушинского фестиваля и форума «Иволга» благоустроят пляж в районе фестивальной поляны. Доставка песка – лишь первый этап подготовки к купальному сезону. После этого на Волжском побережье появятся зонтики, раздевалки, биотуалеты. Уборка пляжей будет осуществляться также ежедневно, не менее 2 раз в день. В случае, если будет установлена жаркая, теплая погода и количество отдыхающих будет большое, то, соответственно, кратность уборки также будет увеличена. И, соответственно, пропорционально увеличению количества отдыхающих будут вставляться дополнительные биотуалеты на пляжах. В преддверии купального сезона «Волжское дно» исследуют водолазы, уберут мусор и опасные предметы. При подготовке пляжа особое внимание безопасности. В разгар сезона в городе оборудуют 12 спасательных постов, 3 из них мобильные. Ежедневно прийти на помощь будут готовы около полусотни спасателей. Молодые ребята, спортсмены, которые не имеют непосредственного отношения к спасению людей, пловцы. Значит, перед началом работы спасательных постов у всех у них принимаются зачеты в бассейне. Значит, мы смотрим, насколько молодежь готова к спасению людей. Вот. После этого не допускаются к несению службы. Открыть пляжный сезон в городе планируют 15 июня. Все лето специалисты будут регулярно проводить исследования воды на соответствие санитарным нормам. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».